что? Кто там нас стреляет? Я твою башку на пол надену! Ну вот и все. Интересно, он всплыл. Эй, нам надо поговорить. Сейчас поговорим. Я жива. Спасибо. Всегда пожалуйста. Всегда на помощь приду. Так. Я уже приготовилась к смерти. Думаю, надо в Банапур переместиться. Шангрила. Интересное название. Не забывайте, что в убежищах отдыхают многие члены Золотого Пути, поэтому важно содержать их в чистоте и не оставлять после себя горы мусора. Все мы должны помогать друг другу. Кроме того, если вы берете что-либо из магазина, обязательно оставляйте деньги за покупку. Лонгин помогает нам с оружием, но не бесплатно. Мы не благотворительная организация, поставки оружия – редкость. Сабал. Понятно. Штурмовик. Так, продадим ерунду всякую. Мешок с рисом, например. Консервы. Много. Листы только оставим. Ну и шкуры, конечно. Штурмовик. Возьмем себе пистолетик. Вот этот. Из уникального у нас перфоратор слонобой только. Ну что, возьмем перфоратор, попробуем, что это за оружие. Урон неплохо. Улучшения пока нет. Ну и все на этом. Перфоратор наш. Ладно, здесь по натуре с оружием как-то не положено ходить. Тут люди песни поют, а я тут буду пистолетами светить. Красиво. Такое ощущение, что он такой тяжелый. В принципе, так и есть. Пистолетик даже очень хорошо. Перфоратор. Нормально. Навыков нет. Ладно. Так, нам надо к Лонгину доехать. Пока что колокольни было бы неплохо освобождать, но, наверное, чуть позже. Мне ж интересно посмотреть, что это за Лонгин. Такой священник, да еще торговец оружием. Ну, прям очень совместимые два понятия. Так и сомневаюсь, не знаю, может, надо было что-то другое взять из оружия. Не знаю, что там меня ждет.
особенно этот перфоратор. Хотя, в принципе, не важно. Там уже потом, когда все колокольни, ну, хотя бы какую-то часть еще колоколен мы освободим, то будет у нас возможность сменить оружие на что-то более мощное. Ладно, едем. Будем здесь еще голову ломать. Едем к Лонгену. Ой, как нехорошо получилось. Кто там уже стреляет? Событие кармы. Обязательно карму свою поправим. Кто там? Попробуем перфоратор. Неплохо. Конечно. Думала, мне конец. Я твоя должница. Ну, еще денежек нам дала. Нормально так. Придется затормозить, здесь зеленый листик. Лишние инъекторы никогда не помешают. Осторожно, осторожно! Я же задавить кого-то так могу. Заросли. Там, походу, обосновался. Да, я рядом. Надо только обойти. Интересно. Такая избушка с крестом. Что ж там внутри? Если торговец оружием, то можно только представить себе, что там. Так, еще один сундук. Плоскогубцы. Вообще такая нужная вещь. Так, ну что, идем все-таки к нему в гости. Брат мой, я Лонгин. А ты? Ты Аджай. Это моя церковь особенная. С пушками? Конечно же. Кротки унаследуют землю, друг мой. Но им нужны стволы. Откровение 5.5, скажем так, воодушевляет. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колен Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. Спаситель! Наш спаситель вернулся к нам в облике льва воина. И тогда я подумал, когда сын Бога возродится, какое оружие он выберет? Что? Христос вернется, чтобы снять 7 печатей и принести упокоение.
Он вернется в образе льва, да? А льву нужны зубы. Что бы выбрал Иисус? Второзаконие, 32 стих 47. Ибо это не пустое для вас, но жизнь ваша. А может, притчи 19:11. Благоразумие делает человека медленным на гнев. Не понимаю, что ты... Воин знает! Воин всегда знает! Ибо видели упокоение и выжили. С оружием творим дела праведные. Ибо каждая пуля — проповедь. Каждая пуля — наказ. За каждый рупор лжи Пайгана Мина, которую умолкнет, ты получишь награду. Дерзай, на все воля Божья. Вот, держи. Это за пер. Банабур атакуют! Пришлите подкрепление! Сабал, в чем дело? Враг наступает! Лучше не лезь это! И сказал он им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари!